Всем привет, с вами Вуден, так сегодня мы продолжим играть в игру Френбов в первую главу. Так, давайте сразу начнем. Мы остановились вот здесь на кухне. Как я помню, мы с ними поговорили уже. Так. Так что давайте пройдем в следующую комнату. Так, что это? Девочка. Давайте к мальчику подойдем. Не беспокой меня, уходи, я ем. Странно. Ладно. Ой, это что такое? Не трогай мой меч, он говорит. Я не знала, что он твой. Ты должна склониться и говорить четче. Я твой король. Я склоняюсь, так. Я сейчас подыграть, чтобы забрать эту трость, как ты понял. Очень хорошо, здесь. Какова цель твоей жизни? Мне нужна трость. Какая трость? Ты имеешь в виду мой меч? Да, ваше высочество, ваш меч. Что я получу взамен? Все, что пожелаете, ваше высочество. Принеси мне замок и коня, только тогда я дарую тебе свой меч. Так. Коня и замок, он сказал. Странно. Давайте с этой девочкой теперь поговорим. Привет, Энни, как дела? Ты меня не боишься? Нет. Зачем мне тебя бояться? Потому что я умею делать волшебные трюки. И могу тебя усыпить. Не знал, что ты умеешь какие-то волшебные трюки. Показать, но это очень страшно. Лучше сделай сама. Не могу, я не волшебник. Я могу дать тебе волшебную вещь. Правда? Ух ты. Да, волшебную вещь, которая усыпит кого угодно. Это удивительно. Держи этот подарок, забирай аккуратно. Какая-то таблетка. Как это работает? Понятия не имею. Нормально. Так. Что у нас есть? Нельзя объединить. Мы сделали теперь булочка моего собственного приготовления. Странно. Давайте пройдем дальше. Так. Ключ он там нам так и не отдаст, это по-любому. Мне сказали, чтобы я использовал эти таблетки в каждой комнате, так что... Давайте походим. Ух ты. Какие-то часы, какая-то... Мисс наверху. Мисс сестра, наверное... Ух ты, ё-моё. Папы не было рядом, маме было наплевать. Странно. Нет, тогда я не могу рисовать зеленым цветом, это смешно. У тебя много других цветов. Да, цветов много, но знаешь, они не любят, когда я рисую. Кто? Медсестры, они связывают меня, и когда я хочу рисовать, я не могу. Они сумасшедшие. Когда я не могу рисовать, я делаю себе больно. И появляется красное молоко. Кровь. Так,
Пожалуйста, вылечи меня. Останови красное молоко. Я посмотрю, что можно сделать. У меня вроде там были эти... крошечные пластыри для лечения ран. Да, это... чтобы... ну, пластырь, короче. Ах, спасибо, можешь забирать карандаш. Теперь иди, мне нужно рисовать. И теперь, как я понял, мы сможем объединить этот карандаш с листком. Вот. У нас есть лошадь. И замок. Теперь надо найти к тому мальчику и отдать ему это, чтобы взять трость. Звоночек. Да, долго мы с вами ушли. Далеко, точнее. Это мы... а, вот, уже пришли. Давайте дойдем ему. И теперь можно забрать? Это прекрасно. Именно об этом я мечтал. Можешь взять мой меч, он твой. Так, теперь нам нужно, как я понял, смешать трость. Не нужно чем... а, вот. Все, теперь идем за ключом. Ключиком. Маньяк. Какой там не охранник, там, а маньяк сидит. Опять долго идти нам обратно. А вот. Он же сейчас поймает нас, нет? Да. Ну это логично. Эй, отдай, тебе нельзя брать этот ключ. Вы не можете забрать моё. Вы не можете его забрать, отдай. Замолчи, не ты здесь устанавливаешь правила, твоя игрушка будет у меня. Вот, подонок, я получу его обратно, получу. Делай, что хочешь, я не встану со стула. Так. Давайте мы вернемся назад. Может, с кем-нибудь поговорить надо там? И что нам сейчас делать? Что-то мне... а вот... я два раза нажал, просто мне сразу сюда перешлось. Так. Что нам делать? Я сказал, ключ за поцелуй. Иди нафиг. Энни Шмульц, Чарльз Хик. Фил тут вроде тот мальчик, который там сидел. Так, давайте используем таблетки. Чё там? Ух ты, кот. Если хочешь меня обнять, попробуй поймать. Тыр-тыр. Ты мой любимый друг, Лили. Нет, что-то здесь не так. Сейчас будем из комнаты в комнату мотаться. Весь то, что так долго грузит, это черный экран. Мне он раздражает немного. Что же нам делать? Можешь с ней поговорить? И за своими делами. А, точно, смотрите. Мы сейчас дадим ему печеньку. Эту, ну... которая с собственного приготовления, как сказала нам эта девочка, Фрэн. Вот. И он должен заснуть. А ну. Так, что-то не так. Я принесла вам булочку. Я не хочу никаких проблем, поэтому я принесла вам булочку. Я не настроен принимать что-то от тебя.
Сделай, пожалуйста, возьмите. Она сделает вашу жизнь слаще. Мне плевать, насколько сладкой будет моя жизнь, уходи. Так вы не хотите? Нет, отстань. Оставь меня в покое. Какой-то ненормальный он от булочки отказался. Может, только на кухне стоял, ей предложить. Медсестра, я сказала Марселю о последней доставке, но он еще не смотрел. Что ж, посмотрим завтра. Он уже ушел домой. Глэдис, можешь сделать одолжение? Конечно, угодно. Конечно, что угодно, кроме как отнести охраннику кофе. Почему нет, пожалуйста? Мне нужно смотреть за детьми. У меня другие дела, извини. И куда она уходит? Так давайте мы отнесем кофе. Опять сейчас идти, ходить туда-сюда. Так. Давайте дадим ему кофе. Вот ваш горячий... Перегорячий кофе, сэр. Она его облила. Нормально. Смотри, что ты наделала, безумная стерва сирота. И сделала это нарочно. Теперь надо переодеться. Отсижжется, никуда не уходи, мелкая гадина. Да, конечно, не уйдем. Так, сейчас заберем трость. Достанем ключи. И откроем дверь. Так, а что дальше? Доска. О, доктор Марсель. А ну что там что-то про сигнализацию было написано. Сигнализация отключается в панели безопасности в приемной. Желтая дверь будет открыта в течение 2 минут, после чего сигнализация активируется снова. Код сигнализации. 1725, что ли? Ладно, давайте потом. Не понял, пока какие сигналы. Это мертвая девочка немного похожа на меня. Давайте выйдем. А, там был какой-то ключ. Я какой-то ключ пропустил. Вот висит. Теперь выходим. Да, Фил. Фил. Да, умрет, когда зайдет луна. Что-то он какой-то странный. Так, здесь вентиляция же есть. Может, там нет? Ух ты, какая-то рука открыла ее. Думаю, там есть проход. Сейчас по вентиляции. Вентиляция, возможно, это мой путь к свободе. Интересно, Фил знает об этом. Крыса? Сильно ударилась головой. Нужно дать ей шлем. Смешная девочка. Так она сейчас вниз упадет. На уборную. Ну это на склад похоже. Так, давайте посмотрим, что такое здесь. Ха, чистящие средства. Вау, что за голову? В коробке ложь.
наши таблетки. Пациент такой-то, такой-то. Наши текущие. Решительно. Какие-то таблетки здесь, нафиг. Пойдемте наверх. Закрыт. У нас ключи же были вроде. Вау. Дьявол. Если ты будешь бороться, то узнаешь, что это был я. Я буду в каждом уголке заставлять тебя плакать. Если ты посмеешь ослушаться, твой кот будет обречен. Вся история из-за кота, я не понимаю. Повар купал. Мой дорогой котик, мы скоро снова будем вместе, я обещаю. Я скучаю по тебе, моя дорогая, я так по тебе скучаю. Так вот и говори. Почему ты уходишь? Прошу, не оставляй меня, мистер Полночь. Он в лабиринт пошел, который мы видели в окне. В конце лабиринта Фрэнк. Опять наверх подниматься, что ли, нам? Ну, теперь можно зайти. Что-то у нас тут. Давайте таблетку запьем. Ой! Ой-ой-ой. Какие-то две девочки или там мальчики, не пойму. И тво... и тварь. Ёт. Не понимаю ничего. И тварь будет в этом было. Если я не ошибаюсь. Так, что у нас тут-то? Что мужик. И он же без головы. Блин. Как я понимаю, нам 5 нужно наверх. Да, я отвела новенького наверх. Нет, я его не видела. Ключ от подвала? Нет. А в кабинете доктора? Раньше он держал ключ там. Успокойтесь, ключа здесь нету. Конечно, я дам знать, если он найдется, но вы должны успокоиться. Да, я принесу его вам, если найду, хорошо? Пока. Так, боже мой, я не могу в это поверить. Я уже в приемной, великолепно. Там что, выход? Ну, медсестра, я должна от нее избавиться. Что мне делать? Вот, походу... Ой. В конце лабиринта, кот. Что это здесь? Ой. Ой-ой. Боже мой, ты в порядке, малыш? Мы остановились на этом. Как я понял, мы должны повесить эти ключи вот сюда. И уйти. О, ключ все-таки был здесь. Мы должны снести его назад. Так, все, мы теперь вести. И теперь мы должны вести код. Который у нас наша бумага. Семнадцатое декабря, 25 июля. Так, 17:25, наверное, код. А ну? 17:25. Какой же это код-то? Может, это... Блин.
смотреться. 17 декабря. Так, извините, у меня просто слетела запись. Я вам сейчас расскажу, что было после того, как я прервал запись. Я вышел на улицу, девочка. Потом за мной побежал охранник. После того, как он вышел из двери, его убил этот дьявол, который скинул нас с лестницы там в подвале. После этого вышел тот черный кот на одном колесике и затащил его обратно в какую-то дыру. Потом этот кот поехал в другую сну. Поехал куда-то, я побежал за ним, и таким образом я пришел в этот лабиринт. Думаю, все понятно объяснил. Еще раз извиняюсь за то, что я прервала запись. Как я понял, это можно пропустить. Что надолго бегает. Может, пропустим это? Да, я пропущу это. Неохота бегать. В конце лабиринта ты их найдешь. Злобных тварей ночи. Не успел дочитать. Вау. Смеясь за тобой, они будут гнаться. Но все же тебе их не стоит бояться. Вот этот кот мне спас. От того дьявола. Ведь кот полный гаек и болтов. Путь указать тебе готов. Стишками. Фото родителей. Совместную фотку. Тетя Грейс, мама, папа и... Фрэн. Как эту девочку зовут? Я забыл. Боже мой, еще бы чуть-чуть и... Они бы меня схватили, наверное. Я хотела сказать. Так. Только бы охранники не нашли эту трубу. Ну, уходи. Что это за место? Надеюсь, я скоро найду мистера Полныч. Так, что дальше? Так, это что-то... А. Закончилась первая глава. Как понял. Да. Ну что ж. Если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, я буду записывать вторую главу. Совсем скоро, так как она есть в Google Play, уже на русском языке. Я пройду эту игру до конца, в ней всего 5 глав. Я думаю, серии 11-10 по ней запишу. Одна серия получается... Одна глава на 2 серии. Вот так. Всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях что-нибудь хотя бы. Ставьте лайки, я уже сказал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем удачи, пока.